особо охраняемая природная территория. Кумысная поляна в районе поселка Юбилейный. И вот эту красоту уже 8 лет заливают канализационные стоки из поселка Изумрудный, из ЖК Изумрудный. И все об этом знают. Знает Минприроды, знает прокуратура Саратовской области, в том числе прокурор Саратовской области, который неоднократно брал это под свой контроль. А ВОЗ и ныне там. Все течет и воняет.